Всем привет! Друзья, сегодня готовим закуски из селедки. Для начала нарезаю свеклу. Толщина кружочков примерно сантиметр. При помощи стакана вырезаю основу для закуски. Получаются вот такие красивые колечки. Яйца отварила заранее и порежу так вот на 2 или 4 части, чтобы было удобнее размять. Теперь добавляю немного черного перца, соли и майонеза. И все хорошо перемешиваем. Теперь яичную массу аккуратно выкладываем на свеклу. Лимон нарезаю тоненько полукольцами и выкладываю сверху на яичную массу. Филе слабосоленой сельди нарезаю небольшими брусочками. И кладем рядом с лимончиком. И украшаем веточками укропа. Первая наша закуска готова. Приступаем ко второму рецепту. Филе слабосоленой селедки нарезаю мелким кубиком. Также мелко нарезаю репчатый лук. Еще нам понадобятся вареные яйца, я их тоже мелко нарезаю. Заранее отваренную морковь нарезаю тоже мелким кубиком. И добавлю еще немного зеленого лука. Теперь добавляю немного сметаны и горчицу. Можно, конечно, заправить банальным майонезом, но я люблю разные сочетания вкусов. И добавлю немного черного перца. И перемешиваем. Из черного хлеба вырезаем основу для закуски. Кладем хлеб в бутербродницу и поджариваем. Хлеб поджарился, выкладываем на блюдо. Закуску аккуратно выкладываем на кусочки хлеба и украшаем веточкой зелени. Второй рецепт закуски готов. А теперь очень важный момент. Подписываемся и ставим лайки. Давайте готовить вместе вкусно и просто. Ну и приступаем к третьему рецепту. Репчатый лук нарезаю мелким кубиком. К луку добавляем соль, сахар, уксус. Все пропорции, как всегда, будут внизу под видео. Заливаем кипятком. Перемешиваем и оставляем мариноваться на пару минут. Филе слабосоленой сельди нарезаю мелким кубиком. Сладкий перец тоже нарежу как можно мельче. Сыр выкладываем в два ряда. Теперь сверху на сыр выкладываем слой порезанной селедки. С лука, конечно, маринад сливаем и выкладываем теперь лук сверху на селедку. И теперь посыпаем все порезанным перчиком. Сворачиваем в рулет. Заворачиваем плотно края и убираем в холодильник примерно на полчаса. Снимаем пленку с рулета и нарезаем кружочками. Вот такая красота у нас получается. Ребята, смотрите, какая красота у нас получилась. Из совершенно простых продуктов получается вот такая оригинальная, яркая и очень вкусная закуска. Подписывайтесь обязательно на наш канал. Не пропускайте наши видеорецепты. Прошу к столу и приятного вам аппетита!